Приветствую вас, Наталья. В какой-то степени, мне кажется, ответ на ваш вопрос, он достаточно прост, в том смысле, что и любовь, и поступки, чувства совершенно не для всех, к сожалению или к счастью, означает замужество или женитьбу. Вот. То есть, если у человека есть к вам чувства, если у человека есть к вам, ну, симпатия, да, вот вы говорите, что он действенный, доказывает, что любит вас и так далее. Это не значит, что он хочет на вас жениться, это не значит, что он может на вас жениться, это не значит, что, ну, он кто-то к этому, не знаю, стремится к этому и так далее. То есть некоторые люди очень существенно разграничивают. А некоторые люди очень существенно разграничивают эти моменты. Вот. Потому что для многих людей это очень разные вещи. Вот. И замужество, женитьба, как бы это ни казалось вам, там, например, не очевидным, но для, например, мужчины может быть слишком серьезным шагом, к которому он пока что не готов. Вот, ну, вне зависимости от того, хорошо это или плохо, то есть понятно, что для вас это скорее негатив. Вот, ну, тем не менее. Вот, кроме того, обратите внимание, что вы фиксируетесь на том, что проживается человек. Вы фиксируетесь на том, что хочет человек и что делает другой человек. Мне кажется, это может быть проблемой, потому что таким образом вы немножечко отходите от себя, вы отходите от чувствования самой себя, и тем самым у вас могут быть проблемы. Вот в восприятии себя, да, вот, в какой-то степени в понимании себя, да, и так далее. Чего бы мне, опять же, там, условно говоря, ну, для вас, например, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы вы там себя, условно говоря, лучше ощущали, допустим. Вот. То есть это те моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. И, собственно, для чего вам замужество? Ну, то есть, почему, как вышло, что вам
хочется как бы замуж, да, то есть, ну, то есть, с чем это связано, что вам этого хочется. Вот это, мне кажется, такой тоже достаточно важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот, так я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Ну, по крайней мере, вот. С этой вот, ну, с точки зрения психологии и психотерапии. Вот то, что я хотел вам сказать сейчас, ну, на данный момент. Вот, за дополнительной информацией, я думаю, что вам имеет смысл уже обратиться более подробно к специалисту и поработать с ним об этом. Вот, может быть, подкорректировать так свое, ну, поведение, подкорректировать так свое отношение вот, к мужчинам, например, чтобы, допустим, он все-таки пригласил, ну, сделал вам приглашение, например. Вот. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. А мой ответ, ну, по сути, вызовет у вас, даст вам определенный отклик, вызовет у вас определенный отклик в раскрыв, который вы смогли бы начать процесс терапии. Желаю вам всего самого доброго.